Ну все, со шлифовкой я закончила, осталось покрыть маслом. Да, кстати, ноги у нас уже пришли, ждут, черненькие будут. Покрываем маслом, сушим, ставим на ноги. И все, очередной столик готов. Сейчас покажу поближе, что получилось. Так, ну вот, то, что у нас получилось. Сверху я ничем не покрываю. Ни лаком, ни смолой. Это деревяшка, зашлифованная, без полировки. Дырка мне и так понравилась, я ее не стала ничем полировать. Ну вот, 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 звезда наша лезет, конечно, ну никак же, никак. Давай уж лезь, сейчас свалится. Давай, давай, вот облюбовала это место. Завтрак, обед у нее там. А лежит весь день здесь и ночует здесь. Красивая деревяшка, дом для Агушки. Вот так я и работаю. Здесь мое рабочее место, а там она сверху наблюдает. Вася, Вася, Вася смотрит. Сейчас покажу, как я это делаю. Первый слой грунтовочное масло, оно у нас колированное. Будет какой-то рустикальный дуб. Сушим 7-8 часов, а потом покрываем вот этим масло-воск. Также первый слой 7-8 часов сохнет, и второй слой 7-8 часов, и все, и стол будет готов. Осталось-то всего чуть-чуть. Я его перебултыкала, мешать не буду. Так, хоп, какой-то цвет непонятный. Блин, заморалась. Не хотела эту руку, перчатку прятать, потому что неудобно нажимать на съемку. Ах да, забыла, вот что я делаю. Оно не так сохнет. Я помню, мы в молодости лак для ногтей, он быстро сох. Мы туда дунем, и все. И он не сохнет. Ну что, поехали. Вау. 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 Красота. Да, и кстати, смолу я не мажу. Если где-то попадает, сразу стараюсь ее растереть, потому что потом полимеризуется, или как там, не знаю, называется. И блеск уходит, и она пятнами вся покрывается, эта смола. И некрасиво. Сейчас возьму вторую тряпочку и буду сразу, если где попаду мимо, буду растирать. Сразу убираем. Вот цвет какой, видите? Какой-то там дуб. Вот сейчас размажем, потом натрем. Особенно вот эти вот, где у нас смола. Прям разотрем. То, что я ее не полировала, то, что я не полировала, все равно останутся от масла следы. Поэтому зачищаем сразу. Затираем. Растираю сразу, потому что масло полосы какие-то дает, если сразу не натереть. Вот такой цвет у нас получается. Сейчас поставим повыше. И бока уже кисточкой пройдемся. Такая у нас здесь скала, край красивый. Так, и все здесь. Вот смолу самое главное хорошо. Со смолы масло снять. Все, растерла, размазала. Сейчас на ноги поставлю и буду края, бока натирать. Опа! Ну и натираем, мажем. Сначала покрываем маслом бока. Потом это все разотру тряпкой. Ну, не то, что потом. Надо, наверное, сразу. Я боюсь, что там останутся следы. Вверх, если столешница попадает, сразу протираем. Там уже не надо, а то она засохнет. Некрасиво. Ну вот так. И поехали! Все растираем, где собирается, потому что, может быть, это уже излишки, а потом засохнет. Все-все растираю. Засохнет, и уже оттуда не очень удобно масло это пропитать. Нет, что-то наговорила, не пойму, что наговорила. Короче, все излишки надо сразу втереть. И тут же начинаем растирать. Излишки убираем, иначе он потом сразу наношу масло и сразу растираю, чтобы не оставались такие пятна. Вот частями делаем. Заканчиваю, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас домажу. Ну, я вам хочу сказать, капа еще это тот геморрой. Я не знаю, как это делают столеры. Капа это вот эти шишки, которые вы видите. Для тех, кто не знал. Ну, вот сейчас совсем прям чуть-чуть. Чуть-чуть. Ура, все, вау. Все, параллельно намазала, параллельно сразу растерла. Вот, видите, это я доделала, а это я уже растерла тряпкой.
теперь это все будет сохнуть. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так у нас. Вон там сидит, кто не видел. Ну и все, теперь сохнем. Сейчас дотру это тряпочкой. И оставим сушиться.